Как говорят в Гавриловском районе Ивановской области, смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно. Обрати внимание, кажется. То есть одному кажется, а другому... Ну, допустим, недостатки есть. Допустим. Как говорят в Эльзаровском районе Ярославской области, на каждую старуху бывает недостаток. Только один это дело замечает, другой не очень. Я так его вообще не вижу, что мне от этого плохо, не слышу. Ну вот, скажем, к примеру, здесь присутствующих, скажем, ну, хаша было меня. Я человек добрый. Заметил во мне что-то отрицательное. Засеки, обработай. И подай это мне все с положительной стороны. С положительной. Вот это мне будет смешно, это мне будет приятно, это будет юмор, это будет сатира, это мне будет удовольствие. А если ты критику наводить, если ты в мой маленький недостаток своим большим пальцем тыкать будешь, так я ведь тоже так могу тыкнуть, что, как говорят в городе Лондоне, успотеешь кувыркавши. У каждого человека, даже самого паршивого, есть что-то приятное, что-то хорошее. Только надо хотеть, надо любить это дело. Если ты с любовью к людям, то положительно будет сколько хочешь, навалом лопаты не разгребешь. Вот на нашем предприятии охранник есть. Замечательный боец, человек хороший. Есть у него недостаток. Ну, видит он. Неважно. Зато глухой совсем не, когда поддавший. Так слышит прекрасно. У нас в КВН, в клубе веселых находчивых. Однажды во время дежурства, когда он спал, как всегда, в нетрезвом виде, на нем тулуп загорелся. Ну, от никотина. Другой бы, конечно, в крик, в вопли, в панику. Наш замечательный боец, он же ничего не видит, ничего не слышит. Он горит себе спокойно. Потом, когда вспотел, он все понял. Выбежал во двор и скинул свой тулуп. Куда? Он же в клубе находчивых веселых. Прямо на горюче-смазочные материалы. Так подсчитали, что будто из-за него на 2 миллиона 867 тысяч убытку было. А сколько из-за него смеха было, этого никто не считал. Через КВН. А у нас на авторемонтном завскладом есть Осип Иванович Ося. Ой, золотой человек. Да чего отзывчивый. Нужна какая-нибудь запчасть, только свистни. Ося, ты свистнешь, он свистнет со склада. Ты ему полбанки, он тебе карбуратор. Или другой вариант, он тебе карбуратор, ты ему полбанки. А за 2 полбанки он тебе весь завод вынеси. Такой это был человек, его оберегать надо бы. Осип Иванович, как говорят, нас авторемонтом. Ося, Ося, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А его тронули. Товарищеский суд. Где запчасти? Где карбураторы? Он что себе? Он же людям. То есть он людям добро, слышь? А они ему, как говорят на севере, фигу с вологодским маслом. Но, а сосед по лестнице, выше этажом, слышь, детей в консерваторию принимал, фортепианц. Не, не фамилии, прозвище у него такое. Он фортепианц. Родители тыкаются со своими полудурками, со своими вундеркундрами по музыкальным училищам. Никто не берет, а он брал. Предлагали – брал. Не предлагали бы – не брал. В общем-то, мелочь. Попадались, конечно, и крупные. Теперь на него критику. Принимал детей у консерватории без слуха. А что ребенку делать, если у него слуха нет, а деньги есть? Не, милый друг, не, так дело не пойдет. Не, надо человека покопаться, поковыряться. И что-нибудь положительное, да заметишь. Какую-нибудь черточку, точечку, самую манюсенькую. А нам больше не надо. Ты ее раздуй
Это положительное, чтобы его в телескоп. А отрицательное засеки и у микроскопа. Это будет сатира, это будет удовольствие. А если ты наоборот, то я так врезать могу, что ты в раз поймешь, что, как говорят у нас на прииске, Ахтырка Магаданской области, смех – дело серьезное. И чтоб тихо у меня. Сначала было слово, как сказал один пассажир. А слово – это сила, как сказал другой. Они мне сказали, ты, Федя, пропагандист. Во! Полтора часа говоришь. А, но непонятно о чем. Кому непонятно? Слушай, кому? Вот я скажу вам, а вы скажите им. Они скажут нам. Нам понятно или вам непонятно? Я решил сказать, потому что я старше их. Не по возрасту, а по годам. Конечно, надо выражаться так, чтобы тебе понимали, чтобы ты сам себе понимал. Да, чтобы все остальные – нет. Не забывали о силе слова, потому что слово – это сила, это… Ой, это такая сила слова, что никаких слов и никакой силы. Вот. Речь пойдет о слове, о сливе, о славе, о силе, о соли, о сале, без которого никакое слово. Вот. Слушай, теперь после кукурузы все внимание стали уделять людям. Вы заглянули в цех, вас бросило в жар от холоду. Вас это устраивает? Да, не устраивает. Значит, воспитательная работа в кочегарке ведется? Да, не ведется. Там сменили руководство. Парень молодой, ему 24 года, он 50-го года рождения. Прошедшему тоже 24 года, но он 38-го года рождения. Конечно, да, конечно. Новая метла метет проницательно. У ей свежий взгляд. Но в каждом деле нужен свой запевало. Ты запьешь, другие подхватят. Пошла, покатилась, участок на первом месте. Но их никто не ругает, они пару не дают. Слушай, другой пример приведу. В подшефном колхозе двое наших пожинали чужие плоды. То есть грузили навоз. Слушай. Погоди смеяться. Вместо этого послали председателя и лошадей матом на поля, сами пошли на танцы. Отставание воспитательной работы становится хроникальным. У конструкторского бюро на потолке обнаружены следы неизвестного животного. А мы не знаем, что это за животное. Животное ли это вообще? Может, это потолок протекает? Надо людей водить по музеям, чтобы на примере первобытного человека показать, насколько мы оторвались. Перехожу к спорту. Спортзал. Нет, фундамент – да. Фундамент – да, стены – да, крыша – да, паровое отопление – нет. Рамы – нет, стекла – нет. Поехали в главк. Выбили рамы, вышибли стекла. Оторвали отопление. Слышь, спортзал готов. Кто висит на турнике? Инструктор. Вбили два кольца в потолок, на них ни одного человека. Вот отсюда наша хилость. И мы так будем хилять, чем дальше, тем больше. Перехожу к самодеятельности. Слушай, вместо того, чтобы выпьемши, петь, танцевать на улице, выйди на сцену, дурень, мы тебе аплодировать будем. Так мы, слышь, мы балалайчный свой оркестр передали с баланса на баланс родильному дому. У них будет самодеятельность, у нас нет. Собрали комиссию, устроили мне экзамен. Я им говорю, вы, меня хотите поставить в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами. Нет, говорит, Федя, меня Федя зовут. Нет, говорит, Федя, это мне 40 лет, все Федя. Нет, говорит, Федя, это комиссия мне, все Федя. Нет, говорит, Федя, ты, говорит, Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты говоришь долго, но непонятно о чем.
Слушай, кому ли валятно? Нам понятно? Нет. Вот. Вам. А вам понятно? Нет? Да? Нет. Вот. А вы говорите? Вот. Вы что-нибудь поняли? Нет? Да? А я что-нибудь понял? Да? Нет. Ну, едем дальше. Минуточку. Сейчас проверим. Все ли ладно с тормозами? Убедитесь в этом сами. Прежде чем милиция вмешается, потому что на дороге все такие недотроги, их давить никак не разрешается. Так, хорошо, что в пути боевом напряженном теплой лаской своей согревают нас жены. Ради этой любви для жены и подруги, ради этой любви для жены и подруги... Костенька, ради... я готова. О, готовый. Ради этой любви для жены и подруги мы готовы, мы готовы. Костенька, одевайся скорее. Ты меня отвлекаешь, Маша. Мы Костенька, готовы. Костенька, нам через 10 минут надо уже уходить. Куда? Ну, в театр. Что? С какой стати? Ну, как с какой? Мы же 2 недели тому назад договорились, и я взяла билеты. Ну, Костенька, ну раз в месяц можем мы пойти в театр? Раз в месяц? Да. А ты думаешь, вдохновение ко мне приходит чаще, да? Раз в месяц. Это приходящее явление. Его, это моменты, его ловить надо. Изжога у меня. Нюра! Не кричи, Нюра сегодня выходная. Ой. Костенька, спустимся вниз в кафе, ну? И ты там выпьешь минеральную. Не, минеральная мне не нужна. Мне нужна сода. Ну, нельзя так, нельзя так увлекаться. Ну, чем увлекаться? Ну, пончиками. Ты их так печешь. Такие аппетитные, такие пухленькие. 18 штук слопал, не заметил. Вот не надо было объедаться. Костенька, пойдем. Куда? В театр. Ой. Ну что? Ну что ты? Ну, Костенька, ну не хочешь? Ну? Ну, давай пригласим кого-нибудь к себе в гости. О, а? Правильно. Правда? В гости. Правильно, правильно, правильно. Иди, в гости, пригласим в гости. Угу. Правильно, это самая правильная идея. Ну, ой, пока пригласим, пока придут, пока ля-ля-ля, пока... Уже спать пора, ну. Ну, хорошо, ну, хорошо. Знаешь что, ну, проведем вечер одни дома. О. Правда? Правильно. Ой, вот. Ой, какой ты колючий. Ой, Господи. Ванну сейчас принял. Ой. Знаешь что, Костя, я приготовлю тебе ванну. Да. А ты пойди в магазин. И купи, знаешь что? Купи бутылку вина. М? Чего это вдруг? Ну, я хочу, чтобы у нас сегодня к ужину было вино. Ну? Я с тобой чокнуться хочу. Чокнуться? Угу. Да. Значит, тоже надевать плащ, угу. Под дождь идти куда-то в гастроном, там стоять в очереди. Все для того, чтобы с тобой только чокнуться. Ну, хорошо, не надо. Не надо, не надо. Знаешь что? Ну? Тогда вот что. Да. Пойди в спальню. Во, и? Во. Нет, нет, нет. А что? Пойди в спальню, и? Ну? Побрейся и надень новый костюм. Для кого? Ну, для меня, Костя. Ну, для меня. Ой, Вася. Ну, нельзя же ходить таким небритым. Ну, посмотри какой. Ну что, почему нельзя? Я же дома, я же и в театре. Ну, почему я не могу небритым быть? Костенька, ну, может, все-таки пойдем погуляем? В такую погоду? Ну, а когда ты за мной ухаживал? Ой. Ты помнишь, как мы однажды... Всю ночь по островам гуляли, помнишь? Снег шел, ветер дул. Uh-huh. А помнишь, как однажды, когда мы с тобой у ворот прощались полночи, и если кто-нибудь проходил мимо, делали вид, что дворнику звонили, помнишь? Да. Ведь тогда был дождь проливной, а мы целовались с тобой, ну хорошо ведь. Хорошо. Хорошо, что сейчас не нужно стоять в подворотне и мокнуть. Захотел поцеловаться, поцеловался. Нет, нет, ну. Костенька, на тебе было драповое пальто, колючее такое. Хочешь? Ну что? Хочешь? Ветер был. Ну, я сейчас вот надену драповое пальто, вытащу из сундука, надену драповое пальто. Для тебя просто. Ну, хочешь? Ну, для тебя. Ну, что? Хочешь? Ну? Да нет, ну? Нет, все не то, Костенька. Ну? Ветер был злой, холодный, порывистый. Ну, хочешь? Ну, вот я надену драповое пальто, выйдем на балкон, будем целоваться. Хочешь? Не, ну? Не то, ну не то, Костя, ну не то. Ну, ладно, ну, Маша, ну, ну что, ну что, ну, 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 что ты расстраиваешься? Ну, пойди сама в театр. Ну, пойди одна. Без меня. Ну, хорошо. А я поработаю. Ну, и ну, тебе хорошо. Хорошо, и мне. Ну, ты же умница. Хорошо, я пойду в театр. Правильно. Молодец. Иди. Вот, вот, вот.
Ты иди, а я поработаю, и все. Вот. Не забудь продать мой билет. Вот. Нет, Костенька, я твой билет продавать не буду. Я найду, с кем пойти в театр. Ну, и чудесно. И хорошо. Умница. Вот так. Вот. Жена ушла. Можно поработать. Один никто не будет мешать. Спокойно. Так, для жены и подруги. Для жены и подруги. Для жены и подруги. Так, интересно, с кем же она пошла в театр? А, наверное, с Елизаветой Петровной. Тоже нашла себе подругу. Раз в пять старше себя. Эта подруга, не дай бог, умрет в театре. Потом отвечай. А может, не с ней? А в чем дело? Что такое? Ну что? Я же могу проверить, ну? В чем будет сомневаться? Ну, наверное, сейчас позвоню, а она тоже отсутствует. А, пожалуйста, Елизавета Петровна, можно? Спит уже? А, ну правильно делает. Что вы? Ой, извините, пожалуйста. Извините, да. Не с ней. Ради этой любви для... А может, она с Кривским пошла? С Кривским. Или не с Кривским? А в чем дело? Я же могу... Можно сразу узнать, с кем именно. Позвони сейчас. Кривского можно? Я еще Кривский, да? Ай, здравствуй, Кривский. Слушай, Кривский, а че ты дома? А? Ну как, пошел бы в театр? С кем, с кем? Ну, с женой. А ты не женат. Ну, с женой приятеля. А? Да нет, шучу я. Ну, острю вроде. Да. А, ты болен. А, ну, слава богу. То есть это, я говорю, не дай бог. Но как выздоровеешь, так тебе жениться надо, слушай. Нет, серьезно, Кривский. Ну, как будешь? Будешь ходить в театр, будешь развлекаться. А? Да нет, я так. Да нет, ну, просто так, для... Да, ну да, ну, будь здоров, извини, да. Не с ним. Господи, с кем же она пошла в театр-то? Черт побери. А что я думаю? Господи, мне работать надо ради этой любви. Для жены и подруги мы готовы. Все-таки лучше бы с Кривским. Лучше бы с ним. Все-таки свой человек. А так... Еще скандал не устроила. Ей, видите ли, дома сидеть. Почему ей не сидеть дома? Я же сижу дома иногда. Ну, почему ей не сидеть? У нее все условия дома. У нее солнечная сторона, мусоропровод, муж есть, газ, телефон. Вот. Правда, я редко дома бываю, она одна, ей некуда ходить, она всегда одна. Тут волком взвоешь, тут в лес убежишь, не то что в театр. А попутчики, они... Ой, господи, они всегда найдутся, эти пижоны, эти кавалеры. Они всюду фланируют, они под балконом тут ходят. Они тут... Вон вчера приходил Антонов сверху. Интересно, почему он... Приходил. Зачем он приходил, а? А, чемодан одалживал. У него жена, видите ли, в командировку уезжает. А, все правильно. Свою жену в командировку, а с чужой женой он... Ясно. Сейчас сидит в театре. Издевается еще над своим соседом Розиней. О, нет, он еще не издевается, он еще дома. Он еще готовится. Он еще... О, видите, пошел. О, на кухню пошел. А, нет? Нет, в ванну. В ванну пошел. Ва-в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 а. Моется. Моется. Ну, конечно, он с чужой женой идет, не со своей. Можно и умыться. Я бы тебе сам шею намылил. О! Назад топает. О, топает. Слон. О, топ, прям по сердцу топает. Чтоб ты провалился. Хотя зачем он мне здесь нужен? А где же Машенька? Она что? Она что? Там у театра его ждет? Или она у него? Там, наверное... О,
Ой, вот. Господи. Что же? О, дверь хлопнула. По лестнице спускается, спускается по лестнице. Один или не один? Нет. Две пары ног. Две пары ног. О, что же это делается? Я же муж, я же муж. У меня же и в паспорте сказано, что я муж. Ну, Антонов, я не живой труп еще. Я еще и преступление могу совершить. Я сейчас промежду глаз тебе такое довернут у меня. Понавешали эти велосипеды, понавешали. Господи, второй год прошу убрать. Ой. Ну, Антонов, это Антонов со своей женой пошел в театр. Ну, положительный факт. А вот моя Машенька, она должна с посторонним мужчиной. А кто с ней не пойдет? Я вот иду по улице, все на нее оглядываются. Как же не оглядываться-то? Она такая ласковая, такая милая, такая заботливая. Ой, а я животное, толстокожее, сухарь. Что она от меня видит? Что? Она такая милая, такая симпатичная, такая... У меня ни внимания, ни заботы, ни ласки, ничего. Нет, все, хватит. Сейчас будет все иначе. Пойду в театр, оденусь. Скажу, Маша, родная, скажу, извини меня, Машенька, скажу, ой, Маша, ты чего, из театра уже? Нет, я не пошла в театр. А чего? Ну, не могу же я идти одна. А что одна? Что, у тебя друзей нет, что ли? Ну, что? Господи, перестань, не говори глупости. Ну, что, почему? Ну, ты же знаешь, что у меня никого нет. А, да, верно, у тебя же никого нет, да. Да, тогда, Машенька, сейчас давай иди на кухню. Вот, у тебя же там пастирушка, ты пончики приготовь, ванну. А сейчас мне не мешай, ты не отвлекай меня сейчас, работа. Как это я там это пишу-то, Господи, мне ради этой любви для жены и подруги мы готовы. На что же мы готовы? Садитесь, садитесь. Куда поедем? Куда глаза глядят? Так интересно, куда же они у нас глядят? А, вроде бы на Калининский. Так, поехали. Почему? Почему не туда? Ну, вы сказали адрес, я и поехал. Ах, на шоссе энтузиастов. Ну, так бы и сказали сразу, что поехали туда, куда затылок глядит. Да, да нет, я не сержусь, что вы. Не сержусь я. Нет, ну разве не понимаешь, что человек может быть не в духе? Так, житья нет? Это что, в смысле, жильем плохо? А житья дома нет? А что там? Что вы говорите? Пеленки заставляете стирать? Ай-яй, и кто же на такое осмелился-то? Жена. Ну, вдобавок еще и картошку унизила. А вы что, выходит, картошку не любите? Ну-да. Верно, верно. Это правильно, это верно. Правильно, есть сугубо женские дела, есть сугубо мужские. Правильно, это верно. А сугубо женские, простите, это какие? А, пеленки, сварить, так, и полы. Это очень правильно, говорите, очень правильно. И посуда. Да, вот жаль, за баранкой я бы записал. Да. И еще в магазин, и на рынок. И, конечно, еще... С ребенком. Ну да, это очень верно. А мужское дело, простите, какое? Ага. Ну да, вдруг ремонт или оконца высадят. Ну да, тогда наше дело. Ну,
стихия, там пожар, там ураган с бураном, это осень. Вот-вот, да. Тогда наше дело, ну да, договорились мы, да. Простите, у вас жена, извините, она стройная женщина, да? Хрупкая и изящная. Ну, а зачем вам, простите, за любопытство, хрупкая? Ну, у нее же нагрузка-то по дому на 3 лошадиные силы. Ну, вам что-нибудь надо более подходящее. А хрупкая она, знаете, она в талии может переломиться. Да, тут же тягач нужен. Что вы? Одна женщина это делала раньше. А еще раньше и женщин-то вообще не было. Одни бабы были. Вот у вас, извините, телевизор дома есть? Так. Вы, наверное, его бережете, да? Старайтесь не поцарапать его, да? Хотите, чтобы он подольше был, как новенький, да? Ну, а жена, а не боитесь, что у нее руки огрубеют, что лицо у нее появятся морщины, и что она очень скоро будет не как новая? Ну, вот хорошо, что вот на этом мы с вами договорились. Да, конечно же, надо перестраиваться. Ну, купите скороварку ей и пылесос. Да вы лучше и витаминов купите, чтобы она быстрее восстанавливалась. Ну, с приездом. Так. Ну, погодите вы. Всего хорошего. Погодите. Сдачу вам надо. А мелочи нет у вас? А? И у меня нету. Погодите-ка. А может, я здесь разменяю? Минуту. Здрасте. Не разменяйте, нет? А, самой надо. Ну, а что у вас купить-то, что? Спички? Мало. Да, мало денег, много сдачи. Да нет, папирос я не курю. Пепельницу. А на кой она мне? Пепельница. Ну что вы? Что, я ребенок, что ли, шоколад тебе покупать? Не себе? А вы знаете что? Давайте. Вот это будет номер. А? Вот она удивится-то. Знаете, когда я последний раз шоколад покупал? Сразу, как только демобилизовался после войны. Горький, пористый. Помню, тогда был, очень она его любила. А с тех пор все. Только детям и внукам. Да как-то принято только больным и детям фрукты и шоколад покупать. А взрослым в голову не приходит. Видите, значит, тут и сахар, и, значит, и ваниль, и шоколад, и бобы, и все за рубль 30 копеек. Знаете что? Давайте-ка подороже, а? Есть, да? Ну, чудесно. Вот так это будет лучше. Вот так. Ну, спасибо вам. Есть. Что? А! Забыл сдачи, правда. Ну, давайте, давайте, давайте. Так, расчувствовался. Понимаете? Ну да, забыл про сдачу. Спасибо. Так, ну вот, держите сдачу. Вот так. И вам спасибо. А? Да нет, это я о своем. Про это словами не скажешь. Это чувствовать надо, как сказал один пассажир. Да вот он. Бросает в набежавшую княжну. Из-за стрижня на остров, на простор волны широкой выплывают. Стенки разина, расписные челноки. Из-за стерженя на остров выплывают расписные стёпы разина челны. На переднем стельку разин. Василий Васильевич, да? Я все по тому же вопросу. По какому? Что нам делать с Зиной? С какой Зиной? Фамилия? Ласточкина. Это что, наш новый пожарный, да? Лаборантка. А? Ну, а что тут думать? Хороший работник, значит, объявляй благодарность. Плохой, значит, выговор. Ну?
Да нет, ну Ласточкин работник хороший. Хорошая благодарность. Вы понимаете, ну в последнее время, ну что-то происходит с ней. Ну, а вот, что? Ну я не знаю, ну в последнее время, понимаете, она какая-то рассеянная. Рассеянный, значит, выговор. Допускает много ошибок. Ошибки, значит, строгача, влепи, и все. Что думаешь? Ну, так же нельзя. А что нельзя? Почему нельзя? Ну, я же с ней говорил, понимаете? А вот это напрасно говорил. Напрасно. Ты с ней не в цепике, а на работе. На работе надо не разговаривать с человеком, а излагать письменно. Вы понимаете, я хотел узнать, в чем дело, в чем причина, вы понимаете? Ой, понимаю. Ну, она какая-то взволнованная в последнее время. Что-то происходит с ней. В последнее время то она, ну я не знаю, ну... Вот ты не знаешь, а надо знать. Нет, понимаете... Она у тебя работает. Я понимаю, но то веселая какая-то... Веселая, значит, благодарность. То она чуть не плачет. Плачет, значит, выговор. Нам пессимисты не нужны. Все. Василий Васильевич. Да? Ну, дело молодое, может быть, вы сами с ней поговорите. Что-то происходит с ней. Слушай, что с ней происходит, я не знаю и знать не желаю. А сотрудник, понимаешь ты, он будь хоть женщиной, хоть кем, обязан прийти на работу в нормальном состоянии, без чувств и волнений. Вот. А у вас, понимаешь, товарищ Ёлкин, психология гнилая. Вот после работы. Вот давай, приходи домой и чувствуй, сколько тебе влезет. А тут тебе не красный уголок. Вот. Так, Василий Васильевич, да. Что же делать? Ну, что делать? С кем? Как с кем? С Зиной. Фамилия? Ласточкина. Это что, наш новый пожарный, что ли, да? Да лаборантка наша. А, ну и что? Слушай, товарищи, как тебя? Ёлкин. Ёлкин. Ты, понимаешь, с одним сотрудником справиться не можешь. Давай, зови ее сюда. Сейчас. Понимаешь? Давай. Из-за острова Настрежень выплывают эти самые... Василий Васильевич. Да. Вы меня звали? А? Слушай, кто... А, и ты, о! Фамилия? Ласточкина. Ласточкина. Товарищ, Ласточка, товарищ Ласточка, мы что же, будем порхать? Будем чувствовать или в нашем общем деле участвовать? Василий Васильевич. Да. Я вам давно хотела сказать. Что хотел сказать? Я тоже хотел сказать. Я люблю вас. Не понял. Люблю я вас. Мама дорогая, понимаешь? Да, ну что же, садитесь. Ну, а товарищ Ласточкина, я ведь я Василий Васильевич, в рабочее время... Да. Вы помните ту поездку за город? Помните? Вы еще тогда меня провожали домой. Да, участвовал, как... Вы были такой хороший. Вы на меня так смотрели. Не поняла. Я говорю, вы меня так смотрели. А я всегда смотрю в оба. У вас были такие глаза, Василий Васильевич. Мне казалось, что вы чувствуете то же, что и я. И что, вы это заявляете, что я чувствую то же самое, что и вы? Да. Значит, вы чувствуете, что меня любите, значит, я, выходит, чувствую, что люблю вас. Дорогая. Ой, да-да, пиши, пиши. Что писать? Заявление пиши. На бумаге пиши с бланком.
Я, значит, посмотрел, так как посмотрел, на каком основании посмотрел, так, как кто посмотрел, как Василий руководитель. Я уже давно вам все написала. Что написала? Все. Дорогой, любимый, не понял, это что, мне, что ли, да? Вам. Мама дорогая. Давай, товарищ. Товарищ, как тебе там? Ласточка, товарищ. Ласточка, порхай до лаборатории. Давай, порхай до лаборатории, а мы все дело решим. Ну что, Василий Васильевич, что вы решили с Зиной? Фамилия? Ласточкина! А что решать? Я на ней женюсь. Простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Это естественно, я холостяк, не старый, мне 18 лет, до 17-го года. Плюс 56, плюс подоходный, минус бездетность, я по профессии бухгалтер. Итого 74 с копейками. Мои друзья во что бы то ни стало хотят меня женить. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. Мне говорят: Сигизмунд, для тебя в Ташкенте есть девушка, стройная, как горная козочка, нежная, как персик. Я спрашиваю, что улица Наваи, дом 28, вход со двора налево, второй этаж, балкон, папа-инвалид. Да, очаровательная девушка, но зачем связывать себя со Средней Азией? Я всю жизнь привык себя чувствовать вольной птицей. Мне не нравился пейзаж за окном или голоса сотрудников, я срывался. Я сказал себе: Сигизмунд, не торопись себя отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я бежал к другой. Та была врач, кандидат наук. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная, что-то там в носу. Большая умница. Бывало, по радио услышит: буря мглой небо кроет. Что это, Сигизмунд? Я только открываю рот, она говорит: правильно, Сигизмунд, это Евтушенко. С ней я пошел дальше всех, с ней я дошел до ЗАГСа. С ее мамой мы перешли на «ты». Ее папа подарил мне белые перчатки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Жена мудрец. Рядом с ней ты будешь чувствовать себя идиотом. И я бежал к другой. Та ничего не соображала. То есть вообще ничего. И я почувствовал себя человеком. Я пел, я свистел, я решал кроссворды. Она слушала меня, открыв рот. Знаете, это приятно. Когда слушают тебя, открыв рот, это приятно. Один день. Через неделю это начинает раздражать. Я ей сказал: закрой рот, дура, я уже все сказал. Правда, был уже званый вечер, я преподнес ей букет цветов, а ее папа подарил мне белые тапочки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Шутки шутками, но могут быть и дети. Хорошо, если одно. В Африке одна, например, родила сразу шестерых. Зачем тебе эти сюрпризы природы? И я остался дома. Но сегодня, женщины, я чувствую себя как никогда. На мне блестящий в некоторых местах костюм. Я зачесал все, что у меня осталось, наверх. Правда, я пришепетываю при разговоре, посвистываю при дыхании и поскрипываю при ходьбе, но если меня в тихом месте прислонить
к теплой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить. О природе, о поэзии и о вас, женщины. Цветочки, потом ягодки. Черешенка, вишенка, земляничка, клубничка. Так. Ну что ж, поехали. Так, знаешь, поехали на центральный, говорите. Так, на центральный, так на центральный. Так, что-то там произошло. Минуточку.
Да что вы? Да нет, у меня полная машина там. Нет, у него там ящики, цветы, флора. Ах ты. Сейчас, минутку я. Сейчас попробую договориться. Сейчас, одну минуточку. Товарищ, тут такое дело. Понимаешь, женщину прихватила, рожать она собралась. Я понимаю, я согласен, я что как-то у него неорганизованно это получилось, я понимаю, да. Ну да, я понимаю, что в каждом деле порядок нужен, а это. Ну да, ну что делать-то, понимаешь? Что значит, они рожают, когда им вздумается? Ну просто у нее парень на свет просится, ну? Ну? Что значит? Что значит, ей будет это уроком? Что? Ты сам-то когда-нибудь рожал, нет? Что-нибудь, кроме цветочков своих? А по инструкции, да, по инструкции я тебя высадить не имею права. А по совести ты должен сам выйти. Фамилия? Егоров моя фамилия. Записывай, записывай, записывай. Ага, записывай. А я твою фамилию записывать не буду. Я твою физиономию запомню. Да, видали? Цветы у него завянут. Ничего. Гербарий привезешь. Я это вытаскивать не буду тебя. Ничего. Ты у меня сам вылезешь, как миленький. Я не знаю, видел ли ты летающие тарелки, но если ты сейчас свои горшки из багажника не уберешь, ты увидишь, как они летают по городу. Веером по городу. Вот-вот, подействовал. Вот так давай, милый. Вот, садись, милая, садись, родная. Сейчас мы тебя привезем. Идем. Далее. Цветы у него завянут. Смотри, как бы ты сам не завял. Так, сейчас, милая. Сейчас мы не идем. А, опять красный свет, а? А что нам красный? Что мы зеленый себе представить не можем? Что у нас фантазии, что ли, нет? Вот так вот. Для нас сейчас не светофор, а главный светофор это тот, которого мы на свет ждем. Вот что для нас светофор. Вот так. Сейчас почитай, у нас не такси, а скорая неотложная. О, стрели-то какие, а? Слышишь? Он и мотоциклы догоняет. Ничего, считай, что это экскорт нашему новорожденному. Ничего, не догонят они нас. Чур, мы первые. Ну, желаю вам всего хорошего. Желаю вам мальчика. Девочку хотите? Ну, это проще. Вот так. Слушаю, товарищ старшина. Я, да. Ну, как же слышал? Ну, вы же так свистели, как же. Я что, я глухой, что ли? Права? Пожалуйста. Прошу. Вот. Товарищ старшина, погодите. Прокол-то, погодите делать, погодите. Что вы? Вы куда я вез-то? Посмотрите, куда? Да куда я вез-то? Посмотрите, вы куда? Вот. Вот теперь совсем по высшей справедливости. Как говорится, обжалованию не подлежит. И вам хорошо. И вам спасибо. Родился ребенок. Родители счастливы, они рады тому, что это их личный ребенок, что они об этом своевременно позаботились, не пустили это дело на самотек. Знаете, есть вещи, которые нужно делать лично. Самому. Даже при наличии здорового коллектива. И вот они сидят на родительском собрании. Родители разные, не похожие друг на друга, у каждого свои мысли, у каждого свои чувства, у каждого свой метод воспитания. Товарищи отцы и товарищи, грубо говоря, матери. Товарищ, мягко выражаясь, участковый уполномоченный. Восторгаясь и восхищаясь, как говорится, за отчетный период, мы не можем не заметить того, что наши детки, прыгая через свои палочки, через свои скакалочки, незаметно допрыгались до подросткового хулиганского возраста. Тут, конечно, наша вина, но также и родителей. И родители. Чем же они, грубо говоря, дети, мягко выражаясь, хулиганы, себе проявляют?
знатных такое вытворяют, что, грубо говоря, сказать не решаюсь, а мягко выражаясь, нет слов. Мало того, они своими ручками погаными еще лампочки в парадных. То есть вся наша молодежь тянется к свету, эти в темноту. Нельзя не сказать про школу. Она дает ребенку, ну, грубо говоря, грамоту. Это опасное оружие в неумелых руках. Потому что ежели раньше он рисовал на заборах, ну, грубо говоря, рожи, то теперь он пишет, мягко выражаясь, слова. Вот мы собрали вас, родители, для того, чтобы посоветоваться, как же нам с ними дальше бороться, с нашим светлым будущим. Давайте высказываться откровенно. Можно, грубо говоря, но мягко выражаясь. Кажется, мягче, 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 тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Младенец, птенец, мотылек. Ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода – забор. Вокруг двора – забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих, пардон, простите, ребятишек. Ну, а дети есть дети, начнут увлекаться, соревноваться, то есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали, чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне. Кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется. Мога быть. Стенка не так глупа, не так глупа. Мога быть. Вы меня простите, я вспоминаю свое детство. Конечно, это было не то, конечно, это было не так, и, конечно, это было, прямо скажем, совсем иначе. Мы когда-то с родителями жили на Каме. Оно широкое. Я бы сказал, даже очень, правда, время было не то, время было другое. Эпоха была жуткая, просто жутчайшая эпоха. Настроение было гнусное, и атмосфера была мерзопакостная. Но, тем не менее, рыба в Каме была. И вот, как сейчас помню, мы, мальчишки, без штанов, простите, босиком, бежим по берегу, берег крутой, и вот в кустах соловей. Ведь, слушайте, ведь вот пичуга. Ну, смотреть не на что. Ну, мелочь пузатая. А ведь как подлец природу украшал.
что делал мерзавец. Слушай, а может их драть? А? Я про детей, про этих соловьев, разбойников. Нас-то драли, и ничего, как видите, целое поколение выросло. Вот в моей семье Сидоровых мой отец Сидоров старший меня, Сидорова младшего, лупил, как Сидорову козу. Вам же это же самое может рассказать о себе любой интеллигентный человек. Конечно, могут быть и другие методы воспитания, но для этого нужны и люди, и время, и деньги. А тут дешево и сердито. И главное, все под руками. Ремень, руки и это самое. Объект воспитания. Подумайте, не так глупо, а? Мога быть, а? Вот я слушал вас всех долго, терпеливо и внимательно, и, наконец, понял. Ну и дураки же вы все. Один предлагает их в стенку замуровать, другой, у которого голова, как крутое яйцо, предлагает их драть. Это он будет драть. Да на него взглянуть как следует, он до конца жизни заикой останется. Главное, человек родить. Родил, на том спасибо. А уж дойти он должен сам до всего. Вот возьмите меня. Пить, курить, говорить я начал одновременно. Никто меня не учил. На днях иду по улице, смотрю, старуха идет, тащит чемодан, куда надо, все проходят мимо. Я подошел, говорю, мамаша. Ты что, надрываешься, говорю, маманя? Давай чемодан донесу. И понес. Куда вот старуха подевалась, до сих пор понять не могу. А что воспитание? Любое воспитание – это насилие. Человек должен расти на свободе, как цветок. А он говорит, драть. Я тебе так дерну. Ты мне опять без штанов по берегу побежишь. Вспомнишь свое детство золотое. Удивляйся на вас, на мужчин. Ведь какие вопросы-то ставить? Как быть? Кем быть? Бить или не бить? А я вот иначе спрошу вас. С кем быть ребятенку-то? Вот у соседей моих, когда бабушка жива была, они и горе не знали. Выходили в любую смену, работали себе на здоровье. Но, правда, ребенок родителей не видел, но он про них знал. Бабушка рассказывала. Фотокарточки показывала. В профиль, в фас. Ну, а как бабушке не стало, она, бедная, перед работой забежит ко мне, Кузьминична. Уж будьте добры, 8 часов Славику. Постучите в стенку, чтобы в школу не проспал. Но я на пенсии, мне все одно бессонница. Ладно, говорю, стукну. Смотрю через окно, она мимо дворника идет. За метлу его тронет. Егорыч, в случае чего Славик начнет выражаться, вы уж его легонечко метелочкой шмякните. Ладно, говорит, шмякну. Почему же не шмякнуть? Милиционер увидит, товарищ сержант, в случае чего Славик ввяжется в драку, вы уж свистните, напугайте ребятишек. Ладно, говорит, мы ж на то поставлены. Участкового врача увидит, Вера Васильевна, мимо Славика проходить будете, пощупайте лобик, не горячий ли. В случае чего на работу мне звякните. Ладно, говорит, звякну. Вот так. Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет. Вместе получается воспитание. А я вот думаю, что чем дворники да милиционеры, может, лучше всего родная мама. Потому что он ведь у нее один, кровиночка. Thank you.